Привет всем, меня зовут Фэй из магазина Гигабайт. Сегодня мы получили ноутбук Xiaomi. Он недавно в продаже. Мы сам купили один штук для обзора. Вот так, получили нелегкие. Ну, как сказать, Xiaomi уже все сделать смартфона, ноутбук, планшет и бокс и так далее. Уже много товаров. Но сейчас мы будем посмотреть Xiaomi ноутбук. Вот сейчас посмотри, как его. Вот это самый стук ноутбук. Он серебро, как вот эти iPhone. И его есть такие для зарядки. Вот. Ну, как сказать, еще, ну, ничего, неплохо. Его есть, можно собрать провод, чтобы не валяет на полу. Вот это человеческие продукты. Вот. Кроме этого, ничего нету. И здесь есть инструмент. Вот. Инструмент по-китайски. Но хотя бы это планшет, он тоже китайский. Просто мы перестерли, поставили по-английски. Поэтому мы можно сейчас открыть, посмотреть сам планшет. Сам ноутбук, как он работает. Мы сначала познакомим его борт. Есть USB кабель, зарядка, порт для зарядка, еще наушник. Здесь сторону, то есть HDMI и наушник. Это для наушник. Здесь для, может быть, микрофона, маленькая дырка. Вот. Зана его написал Windows поддержить и AKG, и вот эти можно с ним. Вот. Еще марки есть Xiaomi и микрофона. Здесь два стороны. Три вот эти, чтобы не падает такая. Давай мы сейчас откроем самый ноутбук. Вот. Ну, как сказать, ничего. Посмотри форма, но ничего. Пока, ну, не знаю, как сказать. Сейчас мы зайди, посмотрите, как он работает и какие информации можно посмотреть. Вот сейчас, ну, открыто быстрее, где-то 20 секунд уже открой. Вот это, ну, может быть, он новое, ничего не установил, поэтому он быстрее загружать. Но я не знаю, как, потому что мой компьютер, ноутбук включить медленно вообще, где-то минут надо, он 20 секунд, это хорошая тема. Давай мы сейчас зайти смотреть, что его внутри. About Xiaomi. Вот Xiaomi ноутбук R12. Его, а смотри, он на клавиатуре тоже есть лампочка, горит. Вот. Давай мы сейчас здесь написано Windows 10 Pro OS Indra IM4G система типа 64 бит. Вот.
Вы зайдите здесь, более-менее информация. Ну, как сказать, не так много можно получить его информации, но потому что он новый, еще я не устанавливал Antutu, поэтому не знаю, сколько его оценка в Antutu. Но вообще я хочу сейчас, потому что мой ноутбук, он уже не так хорошо работает, я вчера открыто посмотрел его внутри. Поэтому этот ноутбук я тоже хочу открыть, посмотреть, что внутри. Просто это не мой, это обзор компании, поэтому не могу так сделать. Может быть, я найду в интернете какой-то видео, обзор показано, снимать его внутри и показать, как и он работает. Может быть, фотографии показать, может быть, видео найду, но это будет попозже. Показать его информация. Я только получил, что у него AM4 и Windows 10, и он поддерживает английский. Русский мы еще не попробуем. Когда купил его, он вообще только по-китайски. Вот это ноутбук, самая информация, мы можно получить. Смотрите, его есть камера, может быть, посмотри, как его снимает. Вот, я не знаю, где еще можно показать, какие его информации можно еще. Он еще поддерживает Bitux. Wi-Fi есть. Еще Wi-Fi есть. Здесь можно добавить язык, но это надо снимать. Вот это ноутбук, он, ну, мне самое главное понравится, что он загружает очень быстрее. Это мне довольно. Закрыть, то есть включить, то есть так немедленно. Вот. Смотрите, как он. Закрыть, включить. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 секунд. Он уже включил. Это вообще круто. Ну, спасибо за внимание. Хотя бы я плохо показан, как он работает. Но я хочу показать, что Xiaomi ноутбук не очень плохо. Спасибо за внимание. До свидания. Подождут. Нас с тобой не будет мучить. Мой мобильный на беззвучном. Недоступен пока. Открывай глаза, спящая красавица. Поцелуй меня, ведь нам это нравится. В памяти моей эта ночь останется. Очень жаль, что это